8 лет прошло с памятного мартовского дня, когда после народного референдума произошло сплочение многонационального духа. Крымчане проголосовали за выбор своего единственного отечества. Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись на родину. В этот незабываемый день в Славянске на Кубани состоялся праздничный концерт. Праздничное настроение было у всех, кто пришел в большой зал городского дома культуры на торжественный концерт, посвященный 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Это были ветераны труда, общественники, студенты. Для всех собравшихся этот праздник очень значим. Крымская весна – это ведь не просто время года, это важнейшее историческое событие нашей новой истории. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. А через два дня, 18 марта, президент России, руководство Крыма и мэр города-героя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав нашей страны. Сегодня все граждане России вместе с крымчанами возводят мосты, воплощают в жизнь грандиозные проекты и с уверенностью смотрят в будущее. И те, кто причастен к этому, а славянцы с радостью приветствовали возвращение Крыма в родную гавань, не могут скрыть свои мысли и чувства. 8 лет назад они показали свою силу, свою приверженность к России, потому что действительно это город, эти люди – это россияне. Я думаю, этот праздник всеобщий, и мы всегда рады и горды тем, что Крым выстоял. И люди, и мы были просто благодарны тому, кто помог им воссоединиться. И люди оценили и наше правительство, и их правительство, то, что мы сейчас вместе. Мы их любим, уважаем, они нам нужны. И это хорошо, что они пришли к нам. Для Кубани Крым имеет еще, наверное, большее значение и исторически, и духовно. Поэтому мы всегда с первых дней, наши казаки и наше население, мы и поддерживали референдум. И мы в первых рядах и были в 2014 году в Крыму с культурными программами, с гуманитарной помощью. Поэтому для нас это большое, наверное, и личное событие, личный праздник. Поэтому сегодня очень большой интересный концерт в городском доме культуры. Несмотря на такую погоду, не совсем весеннюю, все-таки в душе действительно весна и праздник. И большая радость за воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Лучшие славянские артисты подарили зрителям прекрасное настроение, исполнив замечательные, так много говорящие сердцу песни. Севастопольский вальс, золотые деньки, мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. С чего начинается родина? У каждого свой ответ на этот непростой вопрос. Есть и хорошая песня на эту тему. Республика Крым – это уникальный, стратегически важный регион Российской Федерации. Для жителей Кубани, как и всей нашей страны, он имеет особое значение. И праздник возвращения Крыма и нашего единения навсегда останется с нами. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».